Уже с 1 июля молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира должны быть поставлены на прилавках отдельно от другой продукции и обозначены соответствующим образом. Этот порядок установлен в подписанном главой правительства России постановлении, где уточняются правила розничной торговли. Покупатели получают возможность для более легкого и правильного выбора необходимой им продукции. Мы побывали в магазине «Славянка», расположенном на улице Дружбы народов нашего города, в котором в числе первых были применены новые правила раскладки молочных продуктов. Несмотря на то, что магазин сравнительно небольшой, товары без заменителей молочного жира расположены отдельно и отмечены специальными зелеными ценниками. Эта маркировка позволяет покупателям быстро определить, натуральный продукт или ненатуральный. Если раньше бабушка, приходя в магазин, одевала очки, читала мелкий шрифт на продукции, то теперь, придя в магазин, она может по ценникам уже определить, где натуральный продукт, а где нет. Вот у нас они разделены различными цветами, то есть зеленый и белый. Пришел, увидел, купил. Каждый продукт, конечно, имеет своего покупателя. Натуральное молоко, творог, сыр и масло, изготовленные без применения растительных жиров, привлекают прежде всего тех, кто заботится о здоровом образе жизни. И сейчас им сделать это становится проще. В Славянском районе необходимая информация о торговле молочкой по-новому доведена до предпринимателей. Содержание молока, она должна выделяться отдельными табличками, отдельными ценниками. Соответственно, продукция с заменителями молочного жира должна выделяться уже соответствующими отдельными табличками. Что касается работы, которую проводит наше управление на территории Славянского района, мы с начала года уже провели обучающие семинары, в том числе с участием Роспотребнадзора. Мы на данных совещаниях собирали как раз таки представителей торговых объектов, доводили до их ведения положение данного закона. Именно для удобства покупателей и делается все это в первую очередь. При новой раскладке товаров сильно уменьшается возможность ошибочной покупки. Каждый клиент магазина сделает выбор, какой продукт ему приобрести с молочным жиром или его заменителем. Это очень важно, потому что право покупателей получать полную информацию о товаре в наглядном и доступном виде подтверждено законом о защите прав потребителей. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».